Центру для детей и лиц старше 18 лет с ограниченными возможностями Аялау вручен автомобиль. Атмосферу праздника создали для детей. Для ребят была организована концертная программа. Вместе с тем награждены активисты учреждения, социальные работники и родители, которые принимают активное участие в жизни центра. Центру Аялау в этом году исполняется 20 лет. На сегодня в его попечении находится 123 ребенка с особенностями развития, с ограниченными возможностями, получающие реабилитацию. С ними работают 25 сотрудников. Мы организовали небольшое мероприятие для наших особенных детей. Наши дети очень эмоциональны, по-настоящему выражают свои чувства, эмоции. И для них этот праздник действительно наряду, наверное, очень особенный. Активным участникам центра, родителям и социальным работникам, а также спонсорам были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Центр нуждался в средстве для передвижения. В рамках торжества аким города Бауыржан Гайса вручил ключи от автомобиля. Мы очень благодарны вам. Вот от лица всех детей, родителей, очень вас благодарим. Вот сегодня мы здесь проводим праздник с нашими детьми с особыми потребностями. Это наш центр Аялау. И мы сегодня подарили нашим деткам прекрасный подарок, подарили машину. Вот вы слышали, да, что они выступали. Никогда, оказывается, не выезжали на природу. Когда поступило это предложение, мы с удовольствием на это отозвались. И вообще в целом мы всегда помогаем нашим центрам. Помогаем, то есть и финансово сегодня выделяется большая поддержка со стороны государства. Вот, я хочу, чтобы наши дети были счастливы и будущее у них было лучше. Концертная программа продолжилась выступлениями детей, играми и развлечениями аниматоров. Зарина Беккалиева, Алишер Шакубаев, Максат Искаков, Кукше, Ахпарат.